чтобы Катигорошка не замерз. Это у нас памятник Катигорошка. Побеждает змея Горыныча. Да, бедный змей Горыныч, он, видите, наступил ему ногой прямо на голову. Бесчеловечно так с животиной обращаться, конечно. Ну ладно, такое дело. Так вот, чтобы Катигорошка не замерз вместе со своей булавой, ему прицепили такой вот симпатичный шарфик, почему-то фиолетового цвета. Ну, фиолетовый, это и фиолетовый, окей. Вот такой замечательный памятник у нас есть. Рядом с театром кукол. Детский памятник для детей замечательный.